Просьбы жителей села Несть были услышаны. Администрация Канинского сельсовета объявила о проведении электронного аукциона на выполнение работ по освещению участка дороги от села Несть до района Бутово. Стартовая стоимость контракта – 3 миллиона 200 тысяч рублей. Согласно техническому заданию, освещение участка дороги от села Несть до района Бутово будет проводиться в виде подвески проводов на опору воздушной линии электропередач, уличное освещение, установка на опоры воздушной ЛЭП, крепежей и многофункциональных светильников для освещения дорог и улиц. Работы должны быть выполнены в течение 14 дней со дня заключения муниципального контракта. Итоги аукциона будут подведены 7 августа.